На плоскости отмечено несколько точек, не лежащих на одной прямой, и около каждой точки написано число. Известно, что если прямая проходит через две или более отмеченных точек, то сумма всех чисел, написанных около этих точек, равна нулю. Докажите, что сумма всех, что все числа равны нулю. Итак, у нас есть несколько точек. Но не все из них лежат на одной прямой. При этом известно, что если прямая проходит через несколько точек, ну, не через одну, то сумма всех чисел, написанных около этих точек, равна нулю. Уравнение про такие вот, где две или больше точек. То есть, если здесь А1, А2, А3, А4, вот так вот, пусть у нас точки расположены. Известно, что А1 плюс А2 плюс А3 равно нулю, А1 плюс А4 равно нулю, А2 плюс А4 равно нулю, А3 плюс А4 равно нулю. Очень хорошо. Вот. Значит, нужно доказать, что все числа равны нулю в этом случае. Ну, предположим, что это не так. Когда у нас есть какое-то ненулевое число, допустим, оно положительное. Но положительное отрицательное число у нас как бы равносильное, поэтому можно... Ну, можно все умножить на минус 1 в случае чего, да. Да. Вот. Теперь у нас есть некоторые другие точки. Проведем прямую. Проведем все возможные прямые через вот эту точку, так, чтобы они проходили еще через хотя бы одну другую точку. Ну, такой веер, да. Вот. И вот здесь лежат какие-то точки, здесь лежат какие-то точки. Ну и с другой стороны могут, да, как-то лежат точки на этих прямых. Вот тогда, и просуммируем все это. Вот тогда, так на этой прямой сумма чисел равна нулю, значит, вот сумма всех оставшихся точек минус А. Да. И вот здесь то же самое. Вот тогда сумма всех чисел равна минус КА, где К больше либо равно единице. Да, значит, отрицательная. Значит, она отрицательная. А это значит, что есть у нас и отрицательное число. Возьмем его в качестве такой точки, да. И получится, если что сумма положительная. Меньше нуля, да, получится, что сумма положительная. Мы получили противоречие. Но это означает, что все числа равны нулю. Сумма не может быть одновременной и положительной, и отрицательной.